Всем привет! После прошлого ролика я никак не мог спокойно спать, и меня мучила одна мысль, как была настроена гитара в треке Highway to Hell AC/DC. Эта маниакальная мысль меня преследовала неделю, может больше. В общем, короче, в итоге я психанул и отстроился по оригинальному треку на слух. Получилось мне это сделать с помощью третьей струны второго лада. Как только я отстроился по оригинальному треку, зазвучало все нормально. В общем, на тюнере это выглядит как-то так. Ну, в общем, после всех этих расследований Эркюля Пуаро можно сделать вывод о том, что гитара настраивалась на слух. Вот. В общем, лайк, коммент, подписка. Всем удачи и пока.